Так, народ, мы продолжаем играть в Half-Life 1. Предлагай, подожди. Сейчас, народ, я перезайду. У меня, если перезаходить, то может оно, кстати, и не лагать. Я здесь как повезет. Так, загружаем. Пожалуйста, оставь меня. Не знаю, это, кстати, наверное, из-за ролика. То есть я когда играю без этого, я вам тут даю, что оно не лагает. Еще раз попробовать. Ну ладно. Да, пожалуйста, это слишком много, значит, что нахер. Кстати, а что мы еще нам делать? Да, я так и не понял, что мне надо в этой игре делать. Да. Сюда. Вот. А, это, наверное, ЦБ. Замечательно, старт. Это ЦБ. Серьезно? Сюда надо было? Чи нет? Почему? А, может быть, а не, он что-то там... Серьезно, мне надо было все время встать. А вы издеваетесь надо мной. А я-то думал, надо что-то реально сделать. Это форма. Там же была только что у меня толстая форма. Что происходит? Там есть. Мы едем куда-то вниз. И нахера мы едем вниз? Почему нет здесь задачи? Тогда, если не заметили, я в броне. Не спрашивайте, откуда я ее взял. Окей. Ну что на меня понял, с коленом болтают. Ну что, ладно, давайте с ней как-то обойдемся. Что, кушать? А, да на хер ты что есть, если так все. Так, сюда. Русском. А, Гордон, а, это ты. Я Гордон или я принял? Оно не открывает. Ну давай, открывай мне дверь, а? Ну открой. Я не понимаю, что надо делать. Урод, это не. Блять, отойди, на. Шо мать, короче. Сюда. Блять, нахер я сюда пришел, у тебя оно здесь не работает. Тут два гандона стоят тут. Опять что он сделал? О, бля, этот гандон глянул. Наконец-то! Блять, иди нахер! Шо нахер с прохода? Это что за... Мы куда побежали? О, у вас на стене сломался, вот. А чё у вас сломался на стене? А хер он взорвался вообще? Вот что значит? Блять. Когда твоя твой динозавр не снимет. А что за сфера? У них что-то взорвалось. Блин, я заметил, что синий чёрный динозавр. О! Видите?
так, где до конца. Вниз едем. Что я не могу дальше, ну ладно. А куда идти? Так. Сейчас меня нельзя отвлекать. Ты все равно ничего не делаешь, там просто что-то себе думаешь. Я отвлекаю его. Так. Окей, так, а вышел. Да, но у нас есть на это причина. Эта причина предоставляет уникальные возможности. И такого чистого состояния самые изменчивые из всех, что я видел. Кто это? Наш отец урода. Ну, давайте. Теперь, если применить плавную процедуру анализа... Ну, не знаю, как ты можешь такое говорить. Хотя и не исключаю, что логик Бёрден должен узнать ни слова, что там здесь много времени. Как мне слышно говорить, блядь, я скрою там дверь. Как мы можем? Мы в тебе полностью уверены. Я мог включить? Если мне надо, не надо. Зажать когда нет, как мне продолжайте. А, доступ запрещен. Я, кстати, понял, что он говорит. Он говорит, доступ запрещен. Вот, давай. Боже мой. А почему я, кстати, могу не достану? Вот. Кстати, я пошел к этой херне. Я пошел. Клетка? Она ж пустая. У меня херня здесь клетка пустая. А как я выбрал? Хорошо, Бартон, что раздеться перед тобой через несколько секунд. Если будешь так добр, то поднимешь задачу, поднимешь задачу, выясни, что все устал. Он сказал, я ни хера не понял. А я мог задеть? О, да, я могу подниматься. Ай, пошла. Никто не против. О! Меня начал вращаться. О! Она реально начала вращаться. Она так и должна быть? Там лучше как ебанешь. Кстати, а на чем она нахер держится? Ой, ебать, она какой-то шар делает. Да, я сказал, что у тебя ебанет. Это, конечно, уже на молнию похоже. Да, потому что, блядь, над чем она может жить? А и что я сделал? Я включил бить. Форма 2 сейчас помнит активировать. Что так ты делал? Блять, клетка вообще даже сверху. Не можем сказать точно, сколько точно работает система на этом. Ну, давайте. Мы также не знаем, сколько будет продолжаться щит 24, так что работа, так что можно максимально и скорость не отдачи. Тем более отличная игра. Установить на 1.5%. Я спрыгнул. Что мне дальше делать? Бордон, мне только что сообщили, что образцы готовы. Смотрите в систему доставки, чтобы получить образцы. Короче, какой-то мне на системе поставили. Да, я спрыгнул. Ладно, мне все равно не сделать ничего. В смысле, я закрыт. Вы охерели? А я, блядь, буду держать его туда. Поиск, варьми процесса, продолжай попыт, попытать на операцию противоречит анализирующий политик. Город все в норме, продолжай работать. Сука, я сдох. Блядь, еще я на части развалился. Сука, я ж не сохранялся ни хера. А, нормально, я сохранил свое имя. Фух, не повезло, мне наоборот повезло. Так, сюда наверх. Тут, короче, какая-то машинка открылась.
Откройте двери! Это же круто! Откройте! О! Там мне пиздец пошел. Кстати, я просто... Вот, там клетка, помните, была? И там, короче, в той клетке был как раз этот... машина. Я не знаю, что ни хера не видно. О! Ёбаный в рот! Что за херня? Сохранимся. И сюда и... Так, сохранимся. Блядь, видели? Что это, блядь, это было за херня? Ёбаный в рот! Это что за пришленцы? О, вот тут секта, или это вот секта? Это телепорт, что ли? Что-то на телепорт больше похоже какой-то, народ. А, не проверяю, что-то там последствия. Ну, блядь, там ученые. Ну вот же аптечка рядом. О, я забрал аптечку. А, я сам аптечка. Я типа еще не могу сейчас что-то есть. Нифига себе. Боже мой. Ну ладно, блин, вот почему еще. Там не было, блин, никого. Это интересно пошло. Что-то пошло интересное. Погнали на следующий этап. О, вот это, херня какая-то. Еще одна херня появилась. Пацаны, дайте пушку. Почему они меня не послушали? Вы пытались предупредить их? Я не думал, что вижу из-за нас вместо стран. Я могу, конечно, спросить, я боюсь дотронуться до тебя. К тому же мы должны сообщить о наших вещах. Необходимо еще активировать экран. Ага, лох, что он не может. Задницу не понюхай. Какой-то заключенный, что я попаду сюда. Подожди, а что делать, если я не могу сюда попасть? Только взгляни на них, заметные отметки. Какие нахер отметки? Ты ебанутый. Я, наверное, сюда за этой херней, она взорвалась. Я не достану здесь, я достану. Тебя ранили? Давай попробуем так. О, блядь, спасибо. А ты можешь мне дверь открыть? Блядь. Блять, если ты понимаешь, что Гандон, сиди там. Блять, я с самого начала предлагал тебе. Все, давай. Там никого. Блять, связан, ты что думал, что не будет? Нихера себе, мне сейчас научил. Да пошел на. А, все, я понял, ах, ну это. Да пошел на. Не хп. Ученых! Давай, блядь, боже мой, меня опять убила эта херня. О, я жив. Я теперь знаю, зачем здесь мотор. Опа, опа. Фу, слава богу. Я даже сохранюсь на всякий случай.
А! Вот это херня! Пошел нахер! У меня нет для тебя пушки! У меня реально нет никакого оружия! Ёбаный в рот! Пошел нахер! Говно еще на меня прыгает! Блять, дайте мне пушку, я не знаю, как я буду его убивать? А, ну нахер! Ну нахер! Охранник! Ну ладно, охранник, не пистолетом. Лом! Знаменитый лом! Ну все, тогда все. Все, вам всем пиздец. Ладно, сейчас это потихоньку. У меня тут внимание. Я что, у меня есть зато бомба? Я все понимаю, но я такой человек, который захватит всего. Сука! Ух, жесть! Он не знаю, сохранился. А, блядь, все равно нихуя не ма. Пацаны, мне пиздец пришел. Я нужен тебе все. А, блядь, вот здесь. Блядь, не знаю. Окей. Я просто снизу на вчера. Я какую-то херню нашел. Кстати, она была. Я какой-то. Да-да-да-да, я говорю, где херню какую-то нашел. Да, она полезная или нет? Я все ем. Полезная мина. Опа. О, что ты делаешь? Я буду. Фу. А, добивка, добивка. Что, что у меня случилось? О, а я говорил, здесь меня был. Давай со мной, короче. Давай, давай. Я, короче, впереди, ты, знаете, я как в атаку, а он, типа, поддержка, поддержка. Все, все, пошли. Стелс. Шукаем. Знаю, мой. Где? Пошли. Идем. Чисто. Все чисто. Долбоёб, я же еще дверь не буду открывать. Давай, заходи. Окей. Стелс, стелс. Чувак, усы. Вперёд. Два хера. Дебаши. Давай. Алло. Фига. Да, сука. Ну чё, подходи. Один зонтон, а он тоже зонтон. Долбоёб. Да! Не добивай! Это... А кто идти, собственно? Можно пойти туда, да? Давай сюда. Давай сюда. Мы сохранимся? Я даже вперед буду бежать.